48-летняя Лера Кудрявцева показала трогательное видео, на котором ее дочь отправляет ей письмо. Малышка умилила поклонников и звездных подруг телеведущей. Годовалая Маша уже уверенно ходит и произносит свои первые слова. Лера запечатлела дочь во время развивающих занятий. Воспитатель Елена Куликова учила девочку различать цветы и собирать конструктор. Маша отправляла письмо для мамы. Девочка пыталась засунуть желтый конверт в игрушечный почтовый ящик. Достигнуть своей цели ей помогала воспитатель. Письмо все равно получит мама. «Мои щеки любимые», — отметила Кудрявцева. После этого девочка попыталась отправить послание для папы. Зеленый конверт тоже попал на почту. «Это учит развивать мелкую моторику», — пояснила на видео Куликова. Она постоянно хвалила Машу за проделанную работу. Звездные коллеги Кудрявцевой выразили свое восхищение наследницей. Анна Семенович одной из первых оставила восторженный комментарий. «Сладко, не могу», — заверила певица. Яна Рудковская и Игорь Крутой поставили много нежных эмодзи в виде сердечек. Поклонники ведущей шоу «Секрет на миллион» восхитились тем, что уже умеет делать Маша в столь юном возрасте. Они отметили, что далеко не каждый ребенок способен это повторить. «Вот это да, вы в годик уже болтаете, у нее так хорошо развита моторика. Ручки ловкие, уже и мама, и папа говорит». «Не все знают эти слова в годик», — написали фолловеры. Ранее телеведущая пожаловалась, что они с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, редко могут поймать в кадре улыбку дочери. Звездная мама совмещает воспитание дочери с карьерой. Лере приходится много работать. Кудрявцева проиграла престижную премию Насте Ивлеевой, однако не стала расстраиваться из-за этого.